Лыжи, коньки, прогулка, воскресенье в семье Шагиевых, семейный день. Вот и сегодня на выборы президента пришли все вместе. С утра говорим: Дарина, сегодня мы пойдем выбирать президента России. Вот, это очень важно. Двое детей и жена. Всей семьей на выборы пришел и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. Говорит, воспитывать в детях патриотизм нужно с пеленок. Очень важно прийти всей семьей, проголосовать за наше будущее, за на самом деле их будущую жизнь, за нашу жизнь. Поэтому все вместе мы пришли. Это они в первый раз, когда пришли вместе со мной, посмотреть, как это происходит. Новый город, избирательный участок и первый голос. Для Дарьи Марченко сегодня особенно ответственный день. Было тревожно, так как я голосую в первый раз и чувствовала ответственность. И считаю, что сделала правильный выбор. У нас арендное жилье в городе Иннополис. У нас большинство подавали заявление на участие в выборах. Это через государственные услуги, через территориальные избирательные комиссии, через МФЦ. И тем самым сегодня они воспользовались своим правом на нашем избирательном участке. Молодые семьи, студенты. Всего на этом избирательном участке зарегистрирован 271 избиратель. Больше половины уже отдали свой голос. Арина Бережная, Марат Сергараев, ТНВ, Иннополис.